Всем привет! Я в магазине Кари. С наступившим вас Новым годом! Идемте смотреть. Может быть, какие-то есть новинки. Золото, бриллианты. И вот сразу схожу. Написано, что скидки на все, на всю обувь 70%. Давайте начнем с дорогой обуви. Это стоило 10, стало стоить 6. Высокие, замшевые. Эти стоили 6, вернее 11, 12 даже. Стали стоить 6. Кожаные. И так далее. Цены вы видите. Это сколько же была накрутка, если они сейчас делают такие скидки и все равно остаются в прибыли. Давайте посмотрим сумочки. Тоже скидки. Была 2200, стало 1499. Лаковые. Теплые сапожки, а здесь скидки нет. 2599. Такой мех шикарный внутри. Так, смотрим. Скидка здесь 2000 стали стоить. 999. Тоже 999. И в черном цвете. 3199 без скидки. Скидки нет на них. Высокие дутыши. Короткие. Тоже без скидки. 2799. Кроссовки тоже без скидки. Зимние. За 2500. Есть в белом цвете. В синем. Это уже другие. Сапог очень много. С большими скидками. Сейчас очень выгодно покупать обувь. Успей купить. Натуральная кожа. И все со скидками. Где-то 3500 стоит. В среднем. Модельные туфельки. К празднику. Новая поставка. $1699. Опять сумочки со скидками. Где-то 1500 стоят будут. Это уже кроссовки. Это не зимний товар. За 1799. Различные. Белые. Мне нравятся белые. 1799, 1899. Вот такие цены. Это вот со скидкой 1299. И без скидки 1699. Вот такие летние, совсем летние, в дырочку. Стоили почти 1900, сейчас 799. Из ткани. И такие
999, тоже из ткани, тоже летний. Голографический, без скидки, 1899. 999. Эти уже подороже идут. Ага. Простите, вот эти за 999, а эти уже 1499. Эти 1299. Не успеем оглянуться, как уже будет весна. Я не знаю, как у кого, но у меня, когда наступает 1 января, для меня весна уже близко. До 1 января, декабрь. Это еще у меня зима идет. А как наступает январь, все, весна уже не за горами. И так из года в год. Я не знаю, почему у меня такие ассоциации. Продолжаем. 1999, это со скидкой 50%. А это 2999. Еще дутыши 1500, а стоили 1999. И такие. Уги бесценные. Ничего себе, 2000, но они натуральные. Шапочки. Рюкзачки, меховой рюкзачок, а цена такого рюкзачка 2300. Опять модельная обувь, черные, красные, различные, есть с украшением и клатчи. $699 стоит туфли. Варежки за 700 рублей с блеском. Перчатки. 50% скидка тоже на них. Вот такие. Шарфики, хомутики. Тоже все с металлической ниткой. А здесь пошли серенькие, черненькие, 500 рублей и плюс скидка, я так думаю. Перчатки, очень много косметичек за 300 рублей. Зеркальца, брелочки. Брелочек такой тяжелый, мышка. Прям тяжеленький, за 300 рублей. За 400 рублей такие косметички. Детские рюкзачки. И стоимость 999. Очень много резиночек и заколочек. И для взрослых.
домашняя обувь с мышками. Как взрослая, так и детская. За 499 рублей. И скидка 50%. Кому надо шнурки, здесь их видимо-невидимо. Разных цветов. Сейчас посмотрю цену. Так. 2,5. Что это такое? Что, 2,5 рубля стоит? Шнурки. Что-то я не знаю. Не может быть. Я на рынке покупала шнурки мужу за 150 рублей. Еще брелочки. Кому понравилось видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчики вверх и не забывайте нажимать на колокольчик. А я вас всех обнимаю и люблю. Пока-пока.